Порезском районе республики объявлен карантин по африканской чуме свиней. В селе Напольное, которое стало эпицентром неблагополучной ситуации, отменены массовые мероприятия. День села и акция «Ночь кино». О мерах по ликвидации заболевания говорили сегодня на правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Территория села Напольное Порецкого района объявлена неблагополучной по африканской чуме свиней. Начиная с 17 августа до особого распоряжения здесь установлен карантин. Эпизоотический очаг обнаружен в личном подсобном хозяйстве жителя села Напольное. 14 августа здесь погиб 4-месячный поросенок. Предполагаемый источник – это, скорее всего, это миграции диких кабанов. Там вот у нас тоже лесной район. Распоряжением главы Чувашии определены две угрожаемые зоны. Первая – в пределах административных границ Порецкого района. Вторая – все остальные муниципалитеты республики, кроме Чебоксар и Новочебоксарска. Я вчера обязал руководителю государственной ветеринарной службы, соответственно, по своей линии провести все соответствующие работы совместно с Россельхознадзором, МЧС, ККЧС, со всеми службами, ведомствами, администрациями для того, чтобы на самом деле, во-первых, провести соответствующую разъяснительную работу, во-вторых, мы обязаны выполнять нормы действующего законодательства. На территориях села Напольное, в том числе эпизоотического очага, запрещены ввод и ввоз, вывод и вывоз за его пределы животных всех видов, в том числе птицы. Под запретом также заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения, продуктов растениеводства. Все хозяйства, которые попадают в первую угрожаемую зону и имеют в лично способных хозяйствах свиней, поголовье свиней, должны будут в ближайшее время, до 26 августа сроки установлены, у этих хозяйств будут изъяты все поголовье свиней. Я бы попросил население здесь, пользуясь случаем, вот через средства массовой информации, чтобы было полное понимание, все затраты будут населению компенсированы. За один килограмм живого веса каждое лично способное хозяйство получит 102 рубля. За мясо, которое будет изыматься, 146 рублей. Торговля свининой на рынках и в других торговых местах Порецкого района приостановлена. Власти Чувашии держат ситуацию под контролем. И следует напомнить, что африканская чума свиней человеку не передается. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.